43 года назад я приехал сюда для того, чтобы Мукачевский театр стал моим первым театром. И у меня была договоренность с тогдашним директором театра. Я приехал домой, ждал вызова, не дождался. И меня взяли в русскую драму. Вот так, и вот так вот я вот 43 года уже в русской драме, но должен был начинать свою театральную деятельность здесь. Поэтому я сегодня, когда вышел на сцену, с большим трепетом, потому что я вышел на сцену, на которую я должен был выйти 43 года назад в качестве артиста Мукачевского театра. Так что театр имени Леси Украинки останется у вас уже, наверное, последней любовью? Безусловно. А театр Леси Украинки, он, ну, собственно, он и стал моей первой любовью, и останется уже последней любовью, так же, как и наш спектакль «Последняя любовь».